Сегодня я купил клавиатуру. Торговая марка или фирма Atlanfa. AT6300. Lenzt Lides. Она с подсветкой. Ну, где-то она обошлась мне. Покупалась через интернет. Это обошлось около $10. Вот это где-то около 300 гривен с пересылкой. Так, настильная игровая клавиатура. Windows 7, 8, 10. Made in China, понятное дело. Black. Так, открываем. Запах такой новой вещицы. Так, размер. Сто 4 клавиши. Вес 0,5 кило. Такая вот инструкция. Ну, так вот ставится Atlanfa. Ну все, будем использовать. Ну что, я клавиатуру подключил. Для того, чтобы она засветилась, надо нажать кнопку вот эту вот с фонариком. О! Выключаем свет и смотрим. Вот так она светится. Такая вот клавиатурка.